Парламентская модель – это мероприятие, в рамках которого студенты могут обсудить насущные проблемы и предложить их решение. При этом эти решения не останутся лишь достоянием узкого круга ребят. Они могут стать основой для дискуссий в реальных парламентах, как региональных, так и федеральном парламенте, Федеральном собрании Российской Федерации. И надеемся, что многие из участников так или иначе в жизни попробуют себя в качестве участников законодательного или, говоря более общо, законотворческого процесса. В этом году зарегистрировалось более 300 участников парламентской модели. На мой взгляд, эта цифра очень-очень внушительная. Неудивительно, что такое количество студентов заинтересовалось мероприятием. Ведь организаторы постарались максимально приблизить парламентскую модель к реально существующей парламентской деятельности. Формат парламентской модели очень понравился. Не было никакого дискомфорта в нахождении как в комитете, так и во фракциях. В повестке всех комитетов, которые были представлены на парламентской модели, на самом деле были очень актуальными и интересными. Помимо того, что я для себя узнал очень много нового от экспертов, от участников, я познакомился с очень интересными ребятами, не только из моего университета, но и из других университетов. Могу рассказать, что ребята работали очень плодотворно на протяжении всего дня и даже всей недели. Обсуждению подлежали различные тематики, различные повестки. Извлекли огромную пользу и огромный опыт из составления законопроекта. Конечно же, нам очень важно было услышать мнение сегодня наших коллег из других комитетов по поводу законопроекта, и мы видим, что результат нашей деятельности не остался незамеченным. Парламентская модель по всем параметрам прошла успешно, и нам, как организаторам, приятно осознавать, что число участников растет, уровень их подготовки растет, в целом интерес к этому формату парламентской модели растет. И вдвойне приятно осознавать, что на сегодняшний день вот этот вот уникальный формат, который мы придумали несколько лет назад, постепенно преобразовывается шаг за шагом во Всероссийский молодежный форум парламентаризма, который будет предоставлять площадку для обдуманной, осмысленной, спокойной дискуссии, для развития законотворчества, для обсуждения современной, актуальной правовой повестки.